You became an actor so you wouldn't have to be yourself. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Ну-ка. Мы остались на четвертом акте и практически уже все завершили. Я чувствую, ну вот эта серия, максимум следующая серия и все. И на этом будет уже конец. Только тут какая-то необъяснимая хрень еще происходит там. Мне жутко и не по себе тут. Опять эта бесформенная хрень. Не трогай меня, убери свои лапы от меня. Я бы ему по ладошке так ударил бы его, чтобы он меня не трогал. Тянется все время ко мне, пугает. Некоторые вещи не должны существовать. Не должны быть сломаны. Да, музычка здесь такая себе. Можно тебя выключить? Видимо, нет. Пиши нос. Тебя не ранили? Не обидели? Ничего такого не случилось? Надо просто быть осторожнее. Опять этот монстр пытался до меня добраться. Только уже через телевизор. Психоделика какая-то пошла. О, здравствуйте. Давно не виделись. Я твою голову нашел, кстати, парниш. А возможно, еще и штаны. Тебе не нужно? А тут ты какой-то стрёмный. Без головы-то. Правильно. Правильно. Зачем мне проходить-то? Это меня так молнии пугают. Почему всегда я? Почему тебя не было рядом? Почему ты не защитил меня? Наверное, потому что ты сказала мне остаться, как бы, нет? Почему ты не позвонил этому монстру? Еще орать начинает. Пустое место! Никакой пользы, я ненавижу тебя! Опа-на как. Сестренка, похоже, нервы сдали-то, да? О, вот он этот момент. А я-то думал, когда он будет. Там к этому монстру. Закроем от греха подальше, чтобы никто не выбрался. Хотя это не поможет.
Ты как, чувак? Да, видимо, ему плохо. Да, конечно же. Ну, ясен пень, ты тоже здесь в уголке сидел, да? Дошел до этого места, такой понял, что тебе надо идти сюда, и не захотел. Давай вместе сидеть в углу плакать. Я не хочу никуда идти. Не буду. Не хочу. Ладно, пошли. Вообще какую-то конвульсию бьет. Ой, меня аж заплакал. Чего вы все меня боитесь-то? Ну, как к ним подхожу, они сразу все скорчились. На руку тупо упало. Отодвинься, я тебе сказал. Ничего, бывает всякое. Ну да, действительно, бывает всякое. О, вот это можно на превьюшку поставить. Я все еще здесь. Это не конец. Боль пройдет. Шрамы затянутся. Я бы лучше с тем чуваком в углу остался. Пламя жжет все дотла. Здесь больше ничего нету. Ой, ничего себе, сколько у вас здесь. Кто-то там, интересно, подвешен так. Ну, я вниз спускаюсь прямо к ним, на вечеринку. Наконец-то они позвали меня к себе. О, взгляни на нее. У нее вся жизнь впереди. Продлится ли она годы? Или считанные минуты? Безумие! Ты не слышишь беседы, которые я веду? Во, пошли к ним. Цветочек. А я вроде бы его уже, кстати, находил даже. Я его в сердце потом кого-то вставлял. Или это не он был? Здравствуйте, пацаны. Я смотрю, вы здесь развлекаетесь. Как вы тут поживаете? Здорово. Все нормально? Это вообще кайфует. Развалился. Так, ах, замечательно. Ноги еще надо закинуть. О, на стол. И вместе с ним дал так в тык. Так, куда-то я не туда отъехал. Блин, я же забыл, у меня тут все поставлено так, чтобы меня слышно было, и провода не мешались. Теперь надо заново все это настраивать. Развалился тут себе такой. По кайфу. Ну, ему тоже нормально. Ух ты, а ты че так? Че это ты? Вы как, ребят, он тоже замечательный. Даже там то. Тебе удобно, чувак? Как ты так сидишь, а? Как ты так сидишь? Ну ладно. Пойдем дальше. Вот ты все развалился, ты мне пройти мешаешь. Ножки все растопудил там. Я так понимаю, мне сейчас сюда пройти надо будет, да? Здесь больше ни с кем поговорить нельзя. Это вообще в темноте тут один сидит, одинешенек. Забился в угол. Я так понимаю, мне вот так можно будет пройти? Ничего себе. Где это я оказался? Почему ты что?
Тряпка. Размазня. Ничтожество. Ненавижу тебя. О, ключик какой интересный. Светится еще заодно. Вы смотрите-ка. Так, монстр, не надо мне нападать. Какая-то такая хрень началась, что я вообще не понимаю, что я делаю. Там-то хоть как-то можно было все понять, собрать, а тут что-то... Ну да, они убегали сначала от всех этих... охранников, так сказать. Потом она упала с лестницы, да? Мы должны были жить вечно. Ну и буду. Я так понимаю, эта дверь все равно не откроется, да? Да. Я буду жить вечно. I will be. И буду. А, я буду. I will. Буду. О, ключ. Вечная мечта. Вечная рана. Вечно ты. Слышишь? Жила мира набухает от прилива. Он унесет тебя. Не сопротивляйся. Да, остерегайся. А. Все, я понял, почему не сопротивляться. Нет, не надо меня уносить. Не приближайся к этому необузданному пламени. Его нельзя укротить, нельзя подчинить. Он никогда не станет твоим. Не подходи к этому безумному пламени. Оно не для тебя. Оно не даст тебе покоя. Возможно, мне тогда надо было свою роль играть. Твое сердце горит, душа распадается на куски. И ты все же решаешь идти дальше. Тебе оно не достанется. Никогда не достанется. Закрыт. Лили, прошу, вернись. Ты мне нужна. Ой, привет. Меня зовут Джеймс.
А тебе? Это он про кого-то. О, ничего себе, смотри, что я нашел. Какой тоской душа не сражена. Быть стойкими нас заставляет времена. Заставляют времена. У меня уже телефон садится. Это, значит, по-любому последняя серия будет на сегодня. Ну, не знаю, может, не на сегодня, но потом надо будет телефон заряжать, это точно. Надеюсь, мне на эту серию хватит. Если я резко... У меня все зависнет. Веду камеру, то это значит, у меня телефон сел. О, я здесь был. Забавное имя. Можешь мне помочь мне отыскать сестру? Ух ты, туда можно пройти. Закрыто, ну-ка. А там на обратной стороне ничего нету? Такое ощущение, как будто это цифра 110. Или... 3, 6, 7. 3, 6, 7. Давай попробуем вот эту комбинацию. Три, шесть, семь. О, получилось. Опа. Я одну из этих странных вещей нашел. Скоро за мной охотиться начнут. Я прям чую это. Так, подождите-ка. Эта мышка вообще закрыта. А как можно тебя открыть? Освободи. Никак, что ли? Мышка уже боится. Дверь прикрыта. О, она открыта. Я тонул в пучине жажды. Я парировал, но не мог утолить голод. Ты, мои клыки, твоим услугам. Ее уже давно нет, боюсь, как бы чего не случилось. Я не хотел. Но она велела вернуться. No, нет, перестань, это неправда. Что это такое? Подождите-ка, а там тогда что? Не, мне походу туда и надо. Или сюда мне надо. Неизвестно. Не, пошли пока туда сходим. Я не совсем понимаю, если честно. Такое ощущение, как будто здесь должно что-то лежать. Может, попозже, если я что-то сделаю.
А там тогда что? Там вообще выход. Не-не-не, ладно, тогда давай. Пока сюда сходим. Здесь что-нибудь сделаем. Здесь голова должна быть, да? Да вроде бы я правильно все сделал. Это больше не кричит. Лишение всех благ. Я образил пучину пустоты. Мой долг перед тобой будет выплачен. Вот мой фунт мяса. Ладно, может, мне и там что-то сделать надо перед тем, как что-то случится. Я просто пока не понимаю. Я прихожу из пучины удовольствия. Я жажду близости. Теперь смысл моей жизни — тебя ублажить. Ну, это было ожидаемо. Конечно, чуть-чуть передернуло, но ожидаемо. А я не помню, я уже нашел превьюшку для этой серии. Или так до сих пор и не нашел. Не знаю даже. О, здесь еще одна крыска. Я дрейфую в пучине апатии. Моими руками правит дьявол. Пусть они принесут пользу. О! Так и есть. Это моя вина. Да, я все еще могу ее спасти. She can live on. И она будет жить вечно. Покажи мне путь. Я сделаю все, что нужно. Я теперь капитан. Мой капитан. Веди нас, капитан. Мы последуем за тобой через 7 морей. Он там за мной этот последовал. Душа возвращает долг. В смысле, а что это они передо мной появлялись? Как я должен был пробежать? Lead us, O captain. We will follow you across the seven seas. Soul pays its debt. Так. Ты издеваешься надо мной? Как я должен это избежать? Как я должен через это пробежать? Lead us, O captain. We will follow you across the seven seas. The soul pays its debt. Да он прям передо мной появляется.
Я добегаю до этого места и все. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas. So, Captain, we will follow you across the seven seas. Your soul pays its debt. We've lost another soul. Ничего. Лишь мы с тобой остались. Я даже пока не читаю, я просто пытаюсь разобраться. Мне так уже надоела эта фигня, которая я сейчас занимаю. Во, надо же, я добежал. Все, не трогайте меня. О, здравствуй. Все, это конец? Да ладно. Так, на всякий случай не помню, есть ли у меня превьюшка, но... Пусть, если что, вот это хотя бы будет. Forever. Навеки. Да, здесь я предметы хорошо насобирал. Это что, не все, что ли? Она меня обманула. She lied to me. Она меня обманула. She lied to me. Она меня обманула. She lied to me. Джим? Сюда? Она ж тебя обманула, может, не надо? В смысле? It's so dark. Так темно. Can't you hear it? Ты не слышишь? А если случится что-то плохое? И я тебя не найду. Слушай мой голос. Сохрани его глубоко внутри. И я всегда буду рядом с тобой. Навеки? Ничего себе, здесь как все поменялось. Угу. В
только одну фотографию нашел. Здесь вообще все плохо. Ерсонаж. Это буду не я. Тогда встретимся вновь. Что-то я, походу, не нашел. Королевское почтовое судно «Одиссей». Трагедия эпического масштаба. Пучина поглотила британский круизный лайнер. Половина пассажиров пропала. Сегодня ранним утром известие о том, что в Атлантическом океане затонул наисовременнейший круизный лайнер, поразили как экспертов в области мореплавания, так и обывателей. Первый же рейс оказался для судна последним. Трагедия произошла на пятую ночь плавания. В одном из машинных отделений начался пожар. Несмотря на усилия экипажа, огонь распространился по нижним палубам и стал причиной мощного взрыва в котельном отделении, пробившего круз судна. Точное число пострадавших остается неизвестным. Всего на корабле было более 1000 пассажиров и членов экипажа. По последним оценкам, около половины из них погибло при пожаре или сгинуло в пучине. А что тут так все плохо-то стало, а? Это весь корабль сгорел, кстати. Можно послушать еще одну. Джеймс, я тебя обидел? Нет, я просто... Просто не хочешь больше со мной говорить? Я не знаю, чего я хочу. Говорят, что мечты, их сияние, мечты, звезда и вправду могут сбиться. Так значит, тебе дороги мечты? Угу. Мечты могут остаться с тобой навеки. Там еще какой-то голос был, стоп. Что это такое? Один из тех предметов. Фу, какое ужасное место теперь это. Кто-нибудь что-нибудь здесь видит? Я нет. Опа. Да, я теперь точно не на корабле. Даже хрен знает, где я теперь. А, есть еще один фильм, да ладно. Я тут думал, на этом все. Ну-ка, что мне там покажут? Ты бежишь, но не знаешь ли куда? Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь. Но какого? Ты руководствуешься рассудком. Действуешь проницательно. И обрезаешь ниточки. Ты колеблешься, стараешься как лучше. Легко никогда не бывает. Ты плывешь против течения. Ты борешься, вопреки всему. Блин, а я думал, на этом все. А оказывается, нет. А у меня уже телефон садится. Блин, жалко, не доиграть. Ну ладно, продолжим тогда. Уже в следующей серии. Я думаю, последний фильм. Последний, а оказывается, нет. Нет. Плакат я только один пропустил, получается. Все остальные находил. Ну ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.